это самая крупная, самая большая в Европе западной пещерная церковь. То есть практически как вход в храм, вот, в который мы сейчас попадем. А с какого времени она? Она, ну, если мы говорим про период, то есть 9 век, ну, наша эра, 9-10 век. Наша эра. Да, да. Она доминирует хоть под городом, самая древняя часть, и была признана самой большой, самой крупной в Западной Европе. То есть получается, что сам храм разделен на 7 метров. Пределы.